First, I want to say I'm very happy to be with you tonight. Во-первых, я хочу сказать, что я очень счастлив быть с вами сегодня вечером. Like my feelings to come back home to visit like families. У меня такое ощущение, что я вернулся домой к своей семье. First, I want to say how are you? И, во-первых, я хочу спросить, как вы, как у вас дела? I hope everything is well. Я надеюсь, что все хорошо. My perspective is everything okay, getting old and old. У меня все нормально, я старею потихоньку. To practice dharma is worse and worse. Практика дармы идет все хуже и хуже. Become very strange guy. Я становлюсь все более странной личностью. That is the my information. Вот информация вкратце обо мне. I hope you practicing dharma and studying dharma and contemplating dharma. I think is well. И я думаю, что вы хорошо практикуете дарму, изучаете дарму, размышляете о ней. This microphone is very strange, yes? And Buddha's research for the mind. Будда исследовал ум. And he found that mind is very much special. И он обнаружил, что ум — это нечто очень особенное. And in the end, he said that the root or the ground of the all the phenomena, whatever existed in the relatively, the that is the our own mind. И в итоге он сказал, что корень, основа всех явлений, всего, что существует на относительном плане, это ум. Mind itself. И сам ум. It is worst disturber. Это самый худший источник неприятностей. And also mind itself. И также сам этот ум is the creator of the worst sufferings. Это создатель самых ужасных страданий. And therefore, whatever suffering's existence, nobody's created. Creator is our own mind. И все страдания, какие только не существуют, созданы никем иным, как нашим умом. Therefore, he said, do not commit any negative things. И поэтому он сказал, что нельзя совершать ничего плохого, неблагого. Because if our mind is involved the negative activities, потому что если наш ум занят чем-то неблагим, неблагими делами, then our mind is not very much useful. Тогда наш ум не очень полезен. And mind is worst disturber of for the mind. И ум больше всего беспокоит нас, беспокоит сам ум. And the same way. И точно так же. Other hand. С другой стороны. The mind is wonderful. Ум прекрасен. Mind is giver of the extraordinary happiness. Ум дарует невероятное счастье. And the temporary happiness. Временное. Ultimate happiness. И абсолютное окончательное счастье. And the creator of the happiness is mind. Создатель этого счастья это тоже ум. Therefore, and he said, to try to act any aspect of the positive actions. Поэтому он сказал, что нужно стараться совершать любые возможные благие дела. Therefore,
He said, "There's true things we need to take care." И поэтому он сказал, что есть две вещи, о которых нужно особо заботиться. And first is like something we need to abandon. Первое – это то, от чего нам необходимо отказаться. And second is something we need to adopt. И второе – это то, что нам необходимо принять, усвоить. And relatively, на относительном уровне these two activities, эти два вида действий obvious, очевидны. Truth, это истина. Inevitable. Это неизбежно. Because потому что it is relative. Потому что таково относительное. In the relatively, на относительном уровне. And he said, to look at the everything's outer, inside, between. Он сказал, что можно посмотреть на все, что существует на относительном уровне, то, что находится внутри, снаружи, посередине. There are two aspects. Можно найти два аспекта. Good aspect, negative aspect. Хороший аспект и плохой аспект. And he took examples. И он привел пример. When we look at some vegetations, когда мы смотрим на какие-то растения, they are, all of them grow up on the earth, все они растут из земли, and also supported by the four or five element, и все они опираются на пять элементов. Color is, all vegetations are green. И все эти растения зеленого цвета. But just green things. Ну, просто вот эти зеленые растения. Some green things very much eatable. Некоторые из них очень даже съедобные. Some green things impossible, uneatable. А некоторые зеленые растения несъедобные. And how we can to give answer? И как нам ответить? It like this. Вот так. And we cannot to complain. Нельзя жаловаться. In the relatively, that is the inevitable. Потому что на относительном уровне это неизбежно. Something is looks like green. Нечто выглядит как зеленое растение. Very looks like eatable. И кажется очень даже съедобным. But we can't eat. Но есть его нельзя. Because it is poison. Потому что оно ядовитое. And we can say why. И мы можем спросить, почему? Oh, sorry, the relatively is like this. Простите, но на относительном уровне это именно так. And we say, this is not truth. Мы можем сказать, нет, это неправда. I'm going to eat green poisons. И я съем этот зеленый яд. And then sure we will die. Тогда мы точно in умрем. The relatively. На относительном уровне. It's a truth. Это правда. It is not kind of created by something else. И это не создано кем-то другим. And relatively, it is a truth. На относительном уровне такова истина. And some green things. Некоторые растения. Looks like a little ugly. Может быть, выглядят не очень привлекательно. But it may be very medicinal. Но они могут быть очень целебными. We should to eat. И нам нужно их есть. If we eat. Если мы будем их есть, more, то мы будем становиться здоровее, and make a long life. И наша жизнь будет долгой. Benefit for the, our body. Это очень полезно для нашего тела. We should to eat. Поэтому их нужно and есть. Is why someone's can eatable, someone's cannot eatable. И почему же какие-то растения есть можно, а какие-то нет? That is in the relatively like this. Потому что это так, на относительном уровне. In the relatively. На относительном уровне. And like this. Все именно так. Also mind. И также ум. Negative mind. Неблагой ум. It is negative mind. Это неблагой ум. It all the time disturb. Он все время беспокоит. Create the green poison things. И он создает как бы ядовитые растения. When we eat more and more, we will have pain more and more. Если мы будем все больше и больше их употреблять, то нам будет все более и более больно. And relative negative mind is like this. Вот таков относительный неблагой ум. It is obvious. Это очевидно. It is serious. Это серьезно. It is not exaggerated. Это не преувеличение. And also the positive mind. А благой ум. And that is the green mind. Это как зеленый ум. Very much eatable. Который очень съедобный.
And as much as we can eat, и мы можем много его употреблять, and mind itself become more calm, и от этого ум будет становиться все более спокойным, healthy, все более здоровым, elegant, все более элегантным, and all the time is happy, и всегда будет счастливым, happy and happy, счастливым и счастливым. And in the end, и в итоге, most happy is the mind. Это будет самый счастливый ум. And therefore, поэтому, in the relatively, на относительном уровне, we need to eat green medicinal mind. Нам нужно питаться этим зеленым целебным умом. And tonight, и сегодня, and according to Buddha's message, в соответствии с посланием Будды, we are going to eat very special green mind. Мы будем питаться особенным зеленым растением нашего ума. Love. И это любовь. I don't know, that is the tonight subject, yes? Это такая у нас сегодня тема. Okay. We every day to say each other I love you. Каждый день мы говорим друг другу я тебя люблю. Are you saying or not? Вы это говорите или нет? I'm not sure. Я не уверен. But when we say that I love you, но когда мы говорим я тебя люблю, but we don't know really meaning of the love. Мы не знаем подлинного смысла любви. All the different religious perspective. С точки зрения разных религий. Also they say talking about love. Все эти религии тоже говорят love о любви. Is everything. Любовь это все. Love is you, love is me. Любовь это ты, любовь это love я. Is phenomena. Любовь это явление. Love is Buddha, love is God. Любовь это Будда, любовь это Бог. But reality. Но на самом the деле. Meaning of the love, what? Каков же смысл любви? You know, love is come from the mind. Любовь приходит из ума. And the some expression of the mind. И некоторые выражения ума. Love is not existent outside. Это выражение ума. Любовь не существует снаружи. Love hasn't got any shape and color. У любви нет ни формы, ни цвета. But love is a very big. Но любовь огромна. Very colorful. Она разноцветная. If we research the love, если мы будем изучать любовь, not existence. Она не существует. But но very much workable and functionable. Она прекрасно работает и функционирует. And love is at the beginningless times. С безначальных времен. All the time we beat us. Любовь всегда с нами. But we never recognize the essence of the love. Но мы никогда не понимаем сущность we любви. Don't know the meaning of the love. Мы не знаем смысл любви. You know, love is the, as I said, the expression of the mind. И, как я уже сказал, любовь это выражение ума. And also love itself. И также сама любовь. Has two aspects. Имеет два аспекта. A negative love. Это неблагая любовь. And also positive love. И благая любовь. And therefore, поэтому, in the Buddha's teachings, в учении Будды, and more emphasize talking about the compassion. Упор делается на сострадании. Там больше говорится о сострадании. Of course, compassion and love are not very much different. И, конечно, любовь и сострадание не так сильно отличаются. But a little bit different. Но все-таки небольшая разница есть. And because this aspect or expression of the mind a little different. Потому что это немножечко разные аспекты выражения. The movement of the compassion and love is different. Движение сострадания и любви немножечко разные. Maybe in reality. И может быть в реальности. Maybe not different. Они на самом деле не отличаются. And relatively, there is different. Но на относительном уровне разница есть. And why? Почему? Because when you say the love, потому что когда мы говорим любовь, maybe one is come from the negative aspect. То может быть она возникла из неблагого аспекта. For example, например, if someone say, если кто-то говорит, oh, I want to kill because I love to kill. И, например, кто-то говорит, я хочу убивать, потому что я это люблю. Or someone says, oh, I love to stroll.
Или кто-то говорит, я люблю воровать. Or someone says, I love to do sexual misconduct. Или кто-то говорит, я люблю предаваться разврату. Or maybe someone says, I love you. Или кто-то говорит, я люблю тебя. Maybe not come from compassion. Но может быть это исходит не из страдания. Ask to, why do you love me? И мы можем спросить, а почему ты меня любишь? Because I need you. Потому что ты мне нужен. When I used you, когда я тебя использую, I love you. Я тебя люблю. This kind of sometimes love is could be negative. И такая любовь может быть неблагой. Of course, there is the positive aspect. Конечно же, есть благой аспект. It's related to the kindness. И он связан с добротой. Love and kindness. Любовь и доброта. Kindness, love. Добрая любовь. Totally related to the compassion. Которая полностью связана с состраданием. And also, it is like if we can to say I love. И если мы говорим я люблю. Kindness. Доброта. Kindly, I love means. Если я люблю кого-то по-доброму, с добротой. Concerning the benefit. Это значит, что я думаю о его благе. Then is love, kind love, love is meaningful. И вот такая добрая любовь действительно наполнена смыслом. Positive. Она благая. And then we can to say the happiness of the universal. И тогда мы можем говорить о всеобщем счастье. If we can truly look at the kindness, love, если мы посмотрим на эту наполненную добротой любовь, then the kindness, love is become the essence of the mind. То вот эта наполненная добротой любовь – это сущность ума. It is wonderful. И это чудесно. And therefore, поэтому, love, kindness, добрая любовь, maybe more is related to the compassion. Она больше связана со страданием. And of more concerning benefit for the others. И связана с тем, что мы думаем о благе других. And the kindness, love. Это добрая любовь. Ever, never, ever say, oh, I love to kill, or I love to extol, I love to do sexual misconduct. Никогда не скажет, я люблю воровать. Never. Люблю убивать, люблю разврат, никогда не скажет. And Buddha, he said, и Будда сказал, to take example yourself, возьми для примера себя. Do not disturb to the others. И не беспокой других, не мешай другим. If someone's love to disturb to others, если кто-то любит причинять другим беспокойство, тревоги, this expression of the love, то такое выражение любви, it is not really positive love. Не является благой любовью. But concerning benefit for the love. Но если же мы думаем о благе, absolutely positive. То это благая любовь. And compassion. Это сострадательная любовь. And positive mind aspect. И это благой аспект ума. Some in the perspective. И с некоторых точек зрения, as I said, как я уже сказал, love is everything, любовь – это все. Me is love, you are love, everything is love. Любовь – это я, любовь – это ты, все maybe, это любовь. Maybe think, и мы можем подумать, love is something concrete things, что любовь – это какая-то конкретная вещь. And love is not concrete things. Но любовь – это не конкретная вещь. And love is, as I said, the expression. Как я сказал, любовь – это выражение of the mind. Ума. Of course, some love kindness. И, конечно, любовь kindness, love. Преисполненная доброты. If someone has that expression mind, если у кого-то есть вот такое выражение ума, extremely beneficial. То это невероятно благотворно. For example, sometimes, например, иногда, we can say it's the enlightened, the expression of the loving kindness. Мы говорим, что есть просветленное выражение любящей доброты. Or sometimes we say it's the God's, the loving kindness of expressions. Или иногда мы говорим о любви Бога. And then is we can just say love is everything. И тогда мы говорим, что любовь это все. But reality. Но в реальности. Love is the expression of the mind. Любовь это выражение ума.
Then, as I said, in the Buddha's perspective, и как я сказала, с точки зрения Будды, he's more emphasized talking about the mind expression of the compassion. Будда больше говорил о таком выражении ума, как сострадание. And you know, Buddhicitta. Buddhicitta. Buddhicitta means. Buddhicitta значит. The mind of the enlightenment. Просветленный ум. And the enlightenment. Ум просветления. Enlightenment. Просветление. Means understanding mind. Это значит понимающий ум. And like fully positive mind. Абсолютно благой ум. And awakened mind. И пробужденный ум. It's understander of the other situation's mind. И это ум, который понимает ситуацию других существ. Then we call the mind of the enlightened mind. И такой ум мы называем просветленным умом. And then the mind of the enlightened mind. И просветленный ум. Then there is included other some expression of the mind. Он включает в себя и другие проявления выражения ума. Other expression of the positive things. Другие благие проявления ума. Like we can say great equanimities. Например, это великая равностность. Really there is no partialities. Когда нет вообще никакой пристрастности. Impartially to concerning all the sentient beings. Когда мы беспристрастно относимся ко всем живым существам. Not partially to concern you and me or me and you. Мы не делаем предпочтений, заботясь только о тебе или только о себе. And great equally to concerning and ourselves and to others. Это великое равное отношение, равная забота о себе и о других. Therefore, some the expression of the mind, which is the equanimity. И поэтому такое проявление ума, как равностность, it is also the part of the love. Это тоже часть любви. And also there is rejoice. И также есть радость или сорадование. Great happiness. Великое счастье. We call that is also expression of the compassion mind. Это тоже выражение сострадательного ума. Because some compassion minders, потому что сострадательный ум, concerning others the same as our own self, считает других такими же важными, как and и then мы others сами. Become happy, и если другие счастливы, good, это хорошо, and this compassion beings has such joy, и сострадательные существа очень радуются за них, and happy, они счастливы, and also this. Principally, we are talking about the third one is love. И также третье качество, о котором мы говорим, это любовь. It is the expression of excellent mind, positive mind, or mind, positive mind. И это тоже проявление превосходного благого ума. Like we, if we have that kind of mind. Если у нас есть такой ум. Related to the compassion, Buddhicitta. Связанные со страданием из Буддхичитты. Like we become the mother of the birds. То мы становимся похожими на птицу-мать. You know, mother of the birds. Это птица-мать. First time she make very wonderful soft nets. Сначала она вьет прекрасное мягкое гнездышко. And she does really her best. И она soft, very nice. Очень старается и делает его очень-очень хорошим. And then her baby egg is coming out. И потом она откладывает там яйца. And she gently to heat up. И она их нежно согревает. It doesn't matter, she's become hungry. И неважно, может быть, она хочет есть. She taking care of her eggs. Она, несмотря ни на что, заботится о своих яйцах. It doesn't matter, she's thirsty. Может быть, она хочет пить. She taking care of her eggs. Но, несмотря на это, она заботится о своих яйцах. It doesn't matter, she's cold. Может быть, ей холодно. And she taking care of her eggs. Но она все равно заботится о своих яйцах. And she's go out or in. Она улетает или прилетает. Each moment fully mindfulness. Она все время полностью сосредоточена на заботе о своих яйцах, пока оттуда не вылупятся птенцы. Like that we call the love, и вот это мы называем любовью, kindness. Добротой. And this kind of expression,
И вот такое выражение, такое проявление it is comes from that our minds. Возникает из нашего ума. And once we have this kind of loving kindness, и если у нас есть такая любящая доброта, and this person то такой человек has automatically great bodhicitta. Автоматически обладает великой бодхичиттой. We call that this person has the mind of the enlightenment. И мы говорим, что у этого человека просветленный ум. Then we says, why you call the mind of the enlightenment? И мы можем спросить, почему мы называем это просветленным умом? Because this person is not enlightened. Ведь этот человек еще не просветленный. But this person, if this person it has this expression of the mind of the love, kindness. Но если у этого человека есть такие проявления, как любовь и доброта. But you are not yet the Buddha enlightened, but almost it. Your attitude, conduct is the same as the Buddha's. Этот человек еще не достиг просветления, еще не стал Буддой, но его забота, его отношение, его поведение такое же, как у просветленного. Maybe your attitude и, может быть, его отношение, and conduct, его поведение. Of course, there's the different size between the Buddha and yourself. Конечно, будет отличаться от масштабов Будды. But но you are straightforward right now, acting same as the Buddha's conduct and attitude. Но этот человек уже сейчас нацелен и ведет себя так, проявляет такое же поведение, как у Будды. That is we call the great bodhicitta. И вот это мы называем великой бодхичиттой. If we have that kind of the expression mind, и если у нас есть такие проявления ума, it's a great virtue. То это великая добродетель. And it is great accumulation merit. Это великое накопление заслуг. It is great positive virtue. Это великое благо, это великая добродетель. As I said, и как я сказал, of course, mind is sometimes act negative way. Иногда, конечно, ум ведет себя негативно. And mind is become the worst disturb. И он становится самым ужасным источником беспокойства. Active a lot of negative acting. Он совершает очень много всего неблагого. Create a lot of cause of the suffering. И создает множество причин страдания. How we can purify? И как нам это очистить? Very difficult. Это очень трудно. Who can to purify? Кто может это очистить? Who can to get rid of this kind of tendencies? Кто может избавить нас от этих тенденций? Which is the comes from this tendency? Comes from the negative mind. От этих склонностей, которые возникают из неблагого ума. Negative mind. Неблагой ум. Whatever we have tendencies. Любые связанные с ним склонности. And it's need to purify it. Необходимо очистить. By the mind itself. С помощью самого ума. Nothing else. И ничего другого. And then how to mind to purify it? И как нам очистить ум? The negative tendencies of the mind. Как очистить неблагие склонности нашего ума? And then we need positive mind. Нам нужен для этого благой ум. Our mind itself has become a positive mind. Наш ум сам становится благим умом. It came to purify the negative mind aspect of mind. И тогда он может очистить неблагой аспект ума. And therefore, поэтому Buddha's research. Исследование Будды. He said, Будда сказал, you should to be yourself is to protect yourself. Ты сам должен быть себе защитником. You should become protector yourself. Ты сам должен быть своим защитником. You be yourself is the liberator of the yourself. И ты сам должен себя освободить. Then who can to make liberate from the disturbing negative mind? Кто может освободить нас от нашего неблагого, беспокойного ума? Only yourself. Только мы сами. I give you some methods. И я дал вам методы. I say to tame your mind, to look at your mind.
Я сказал, укращай свой ум и смотри в свой ум. To be careful your mind. И будь внимателен, осторожен со своим And умом. And watch in your mind. Наблюдай за своим умом. Bring into the your mind. И bring into the your mind, into the path your mind. И bring сделай into свой the ум. Your mind to the path. И сделай свой ум своим путем. And then you can to purify it. Then you can to give yourself great happiness. И тогда ты сможешь очиститься, и тогда ты сможешь сам себе даровать великое счастье. Therefore he said, tame your mind. Поэтому он сказал, укращай Look свой ум. At your mind. Смотри в свой ум. That is the my doctrine. Это мое учение, моя That доктрина. Is the my suggestions. Вот мое предложение. That is the my the great resume of the all the 84,000. Вот вкратце все 84 тысячи учений. That is the my crucial distortion of the older teachings. Это мое ключевое наставление, содержащее суть всех учений. If we use that, if you use that, если вы будете это использовать, surely you can to become same as me. То вы точно станете такими же, как я. And if you interest to become same as the me, he said, that means it's Buddha. Если, конечно, вы хотите стать такими же, как я, так сказал And Будда. Also he said at the beginning, и также он сказал, что вначале I was same as the you, я был таким же, как вы. Full of the disturbing mind, мой ум был наполнен беспокойством. Which is the negative mind. Это был неблагой ум. Disturbing mind, и этот беспокойный ум, negative mind, неблагой ум, created создал the suffering of the birth, Old age sickness, death. Страдания, рождения, болезни, старения и смерти. And these sufferings. И эти страдания. Who created? Кто их создал? Who gave to us? Кто их наслал на нас? And Buddha he said. Будда сказал. I researched during the 6 years. Я исследовал, искал 6 лет. And also I wanted. И я хотел. To be free from those. Sufferings. Освободиться от этих страданий. Therefore he went to research. Поэтому он отправился на поиски. During the 6 years. На протяжении 6 лет. In order to find some methods. Он искал методы. Make the freedom of the from that. С помощью которых можно от этого освободиться. But then his conclusion research. И в заключение он пришел к выводу. Those sufferings nobody is given by others beings. Что все эти страдания не дарованы нам другими существами. Only comes from the contaminated, disturbing mind. Все они возникают из загрязненного, беспокойного ума. And also, I think nobody cannot make freedom from that. Only our own self. И также я думаю, что никто не может освободить нас от них, только мы сами. And therefore he during the 6 years. Поэтому на протяжении 6 лет. And he founded special methods in his mind. Он искал эти особые методы в своем уме. And then he said, I'm liberated from those sufferings. И он сказал, что я освободился от всех этих страданий. If you care about those sufferings. И если вам не все равно, yourself. Если вы хотите оберегать And себя от этих then страданий, he say, do not commit any negative mind, то он сказал, избегайте неблагого ума or actions, или неблагих действий, to try or to create as much as we can to the negative or the positive mind. И старайтесь, насколько вы можете, порождать благой ум. Or virtue actions. Или совершать добродетельные поступки. And all the times to tame your mind. И постоянно укращайте, усмиряйте свой ум. And then it's like you can find the essential meaning of the love. И в этом сущностный смысл любви. And essential the Love, the essential mind of the essential point of the love. И в чем суть любви? Your own individual potential mind. Потенциал вашего собственного ума. It is the really extraordinary, he said.
Это нечто необычайное, так он сказал. It is the compassion. Это сострадание. It is the destroyer of the dualistic disturbing emotions. Это то, что уничтожает тревожащие двойственные эмоции. If we do like this, и если мы сделаем так, there is automatically accumulation merit. То мы автоматически накопим заслуги. Paths, bhumis. Пройдем пути и будем. Are automatically complete. Автоматически завершим их. In your mind. В своем уме. No, in the outside. Это не происходит где-то снаружи. And therefore. Поэтому. Often. And to concern in the loving kindness. Нужно часто размышлять о любящей доброте. This loving kindness is not related to the desired attachment. Эта любящая доброта не связана с привязанностью. It is not related to the self concerning. Не связана с заботой о себе. It is not related to the any kind of stupidities. Не связана с глупостью. Loving kindness should to relate to the great compassion. Эта любящая доброта должна быть связана с великим состраданием. Loving kindness should to relate to the pristine wisdom awareness. И она должна быть связана с подлинным осознаванием мудрости. In order to have the perfect discriminating для того, wisdoms, чтобы у нас появилась совершенная различающая мудрость. To understand what is really negative and what is the positive. И чтобы мы поняли, что же на самом деле является благим, а что является неблагим. And also loving kindness. И также любящая доброта. Should relate to the great mindfulness. Должна быть связана с великой внимательностью. And pristine mindfulness. С чистой внимательностью. And very precise mindfulness. С очень точной внимательностью. And very beneficial mindfulness. Очень полезной внимательностью. And to concerning which is really positive for yourself. Мы должны различать, что действительно полезно для нас самих. And to others. И для других. Which is really negative for you and others. А что действительно не полезно, что является неблагим. And to have in the mind clearly to these two aspects. И в нашем уме вот этот аспект должен быть очень ясным. And then if we have some love. И тогда, если у нас есть какая-то then любовь, this love is really love, то эта любовь будет настоящей любовью. This love is really everything. И эта любовь действительно будет всем. And this love, и эта любовь, to make the perfect for the relative reality, она будет совершенной, безупречной и в относительной реальности. Positive love, loving kindness, и благодаря этой благой, любящей доброте, этой любви, and relative realities, относительная реальность, is to bring the in the front totally pure, no negative things. Она будет совершенно чистой, и в ней не будет ничего неблагого. If in the our mind, и в нашем уме, to have that great loving kindness, если в нашем уме присутствует these expressions, такая великая любящая доброта, если у нашего ума есть такое проявление, all the relative things become beautiful. То тогда все относительные вещи становятся even прекрасными. Even birth, old age, sickness, death are beautiful. Даже рождение, старение, болезни, смерть будут прекрасными. Sickness, obstacles, болезни, препятствия, any hindrance, любые помехи, is become the beautiful, станут прекрасными. Beautiful of the love. Это будет прекрасной любовью. Beautiful of the loving kindness. Прекрасной любящей добротой. Because according to your loving kindness, потому что благодаря нашей любящей доброте, transform. Everything is in the relatively become the beautiful. Мы сможем преобразить, и все относительное станет прекрасным. If we haven't got loving kindness, если же у нас нет любящей доброты, then it's relative as relative. То тогда относительное остается относительным. Relative is very ugly. И относительное уродливо. You know, very much contaminated. Оно очень загрязненное. And there are such and such suffering. И там очень-очень много страданий. Like
toilet. Это как туалет. Never there is a wonderful smells. Там не бывает благоухания. And then is, would you like to make the relative as the incense? Incense. Relative toilet. Would you like to make incense toilet? Хотели бы вы превратить обычный относительный туалет в благовонный, благоухающий туалет? I mean, this is a truth. Это правда. Absolute truth. Это абсолютная правда. Because through the loving kindness. Благодаря любящей доброте. To understand the relative truth. Мы понимаем относительную истину. And the loving kindness. И любящая доброта. Permeated through the, all the relative things. Пронизывает все относительные вещи. And then the relative thing is not different than the absolute truth. И тогда относительные вещи не отличаются от абсолютной истины. Then relative truth is become the absolute truth. Тогда относительная истина становится абсолютной истиной. And absolute truth is not different than relative truth. Абсолютная истина не отлична от относительной истины. We are direct to seeing the absolute truth as it is. То есть мы напрямую видим абсолютную истину, как она есть. Then through this loving kindness. И благодаря этой любящей доброте. The mind of the enlightenment. Просветленный ум. Arise in our mind streams. Возникает в потоке нашего ума. We do not to convert our big nose. Нам не нужно как-то менять наш большой нос. Into the enlightened nose. И превращать его в просветленный нос. And enlightened nose is not different than our nose. Просветленный нос ничем не отличается от нашего обычного. We do not need to change our face, body. Нам не нужно менять наше лицо, наше тело. Whatever we have to keep as it is. И все, что у нас есть, мы оставляем таким, как оно есть. But mind is realized the truth of the relative, which is absolute truth. Но ум постиг относительную истину, которая оказалась абсолютной истиной. Many in the teachings. И во многих учениях. You know very well. Вы очень хорошо знаете. You know in the simplicities. Говорится о простоте. True nature of the absolute spheres. О истинной природе абсолютного пространства. Realize it or not realize it. Мы можем его постичь или можем не постичь. Present situation this is. Но тем не менее в настоящий момент все таким и является. Что бы мы ни воспринимали. It is as the simplicity. Это и есть простота. It is. Это и есть. The absolute truth of the sphere. Пространство абсолютной истины. I mean. То есть я имею в виду. Probably you know it very well. Наверное, вы это очень хорошо знаете. You know, sometimes talking about emptiness. Вы знаете, иногда говорят о пустоте. Sometimes you're talking about the Mahamudras. Иногда говорят о Махамудре. Sometimes you talk about perfections. Иногда говорят о совершенстве. It doesn't matter. Неважно. All of them. Все они. They are talking of present right now. These phenomena. Говорят о тех явлениях, которые есть прямо здесь и сейчас в этот момент. If you have loving kindness. Если у нас есть любящая доброта. And you can to see direct. То мы можем увидеть это непосредственно. This emptiness. Эту пустоту. Mahamudras. Махамудру. Perfections. И совершенство. We do not need to go something beyond this. И нам не нужно выходить еще куда-то за пределы этого. And sometimes we say, oh, need to go beyond. Иногда мы говорим, нужно выйти from за пределы. From the relative truth. За рамки абсолютно относительной истины. This is just experience teaching. Experience. 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 Relative teaching. Это относительные учения. And it's not really direct teachings. You know, in the Buddha, he said. И Будда говорил. Hey, do you understand? Вы понимаете? Form, smell, sound, taste, whatever you perceived, your five faculties, the five objects. Desirable object, they are emptiness. Что форма, запахи, звуки,
Все, что вы воспринимаете с помощью пяти органов чувств, все пять объектов желания, они и являются пустотой. You are seeing emptiness. Вы видите пустоту. Whatever you see form, любые формы, какие бы вы ни увидели, is emptiness. Это и есть пустота. You, what you see, то, что вы видите, oh, this is not emptiness. Мы думаем, это не пустота. It's touchable. Это можно потрогать. This is not really. Это не совсем then то. We haven't got pristine loving kindness. Это значит, что у нас нет чистой любящей доброты. Because we do not understand. Потому что мы не понимаем. Because Buddha, he said, form is emptiness. Потому что Будда сказал, что форма — это пустота. It's self right now. Прямо do not сейчас. Need to go beyond. Сама эта форма, и не нужно выходить за ее whatever пределы. We see forms, все формы, которые мы видим, form itself is direct, is emptiness. Непосредственно сами эти формы – это и есть пустота. And sound. А звуки? When we hear sound, когда мы слышим звук, I hear sound. Я слышу звук. But if really to think, но если действительно подумать, how we come to hear? Как мы sound можем слышать? Itself is emptiness. Ведь сам звук — это пустота. The sound itself is not need to go beyond this. И не нужно выходить за пределы этого звука. Emptiness itself we are hearing. Потому что мы слышим саму пустоту. Like this. Вот так. And also it's like the Mahamudra. И Махамудра. Is we are talking about the essential nature of the loving kindness. Мы говорим о сущности, о сущностной природе любящей доброты. This is kind of spiritual seal. Это как особая печать или печать. It is the nature of the phenomena. Это природа явлений. Loving kindness. Любящая доброта. Pervasive. Она pervaded. Пронизывает. Each phenomena. Все явления. Of the form, sound, smell, so on. Формы, запахи, звуки и так далее. It is Mahamudra. Это и есть Махамудра. Mahamudra, meaning of the Mahamudra. Смысл Махамудры. It's right this. Вот whatever именно, you perceived. Именно это и есть, то есть все, and что мы воспринимаем. It's the perfection is same. И великое совершенство то же самое. Therefore. Поэтому, when we really to practice a loving kindness, когда мы действительно практикуем любящую доброту, to look at itself, нужно смотреть непосредственно на нее. It is the expression of the mind. Это выражение нашего собственного ума. And when we look at this expression of the mind, и когда мы смотрим на это проявление we нашего are ума, looking, taking care of our minds. То мы смотрим на свой ум, мы заботимся о своем уме. And the relative things. И относительные вещи. Are not beside the or different or the beside the mind. Они не отличны от нашего ума. Relative things are mind. Относительные вещи — это наш ум. Mind is the relative things. Наш ум — это относительные вещи. We can to imagine. И мы можем представить себе. If your mind is not there. Если бы не было нашего ума, who can to say these ugly things of the relative truth? То кто бы мог говорить об этой уродливой относительной истине? No mind, there's no relative realities. Если нет ума, то нет и относительной реальности. Mind is there, then it's relative realities. А если есть ум, тогда есть относительная реальность. Are you agree with me? Вы со мной согласны? Maybe I'm very much talkative. Может быть, я слишком много говорю? I think you are a little bit boring. Я думаю, что вам уже немножко скучно. Tiring. Вы уже устали. Sorry. Извините. Maybe we can just stop 5 minutes. Давайте на 5 минут остановимся. Because you are looks like sleeping. Потому что кажется, что вы все заснули. And also we are talking about the mind expression of the loving kindness. Мы говорим о таком проявлении ума, как любящая доброта. The loving kindness. It is, as I said, the if this loving kindness related to the compassions. И как я сказал, если любящая доброта связана со страданием. Then this mind expression is so great. Тогда это великое проявление ума. It can bring a lot of good things.
который может принести очень много хороших вещей. What is bring good things? И что хорошего она может принести? You know, in the, as I said, Buddha, he research something, or we can say something, it can make the release or freedom from the sufferings. Как я сказал, Будда искал то, что может освободить нас от страданий. And that is the he found the essential point of the loving kindness. И он обнаружил сущность любящей доброты. And which is the nature of the loving kindness? Природа любящей доброты. The essence of the loving kindness. Сущность любящей доброты. And when we say the loving kindness, когда мы говорим любящая доброта, it is the mind. Это ум. Because loving kindness is the expression, some movement of the mind. Потому что любящая доброта это выражение, это движение нашего ума. Therefore, поэтому loving kindness is not different than our mind. Любящая доброта не отдельно от нашего ума. When the in the mind, в уме, and when is arrive the loving kindness thoughts, когда там возникают мысли любящей доброты, at that time mind itself is the loving kindness. То в эти моменты сам ум и является любящей добротой. And loving kindness, любящая доброта, as I just said, is like a kind of a thinking of the benefit. Как я уже сказал, это мысли о благе, о пользе. To concern me, to say, oh, everybody is become the free from sufferings. Everybody to have obtained the happiness. Когда мы говорим, пусть все избавятся от страданий, пусть все обретут счастье. This is like the expression of the Buddha's teachings. Это выражение из учений Будды. But reality. Но на самом деле. Of course, we are concerning most time ourselves. Конечно, в основном мы думаем о себе. Like how I can to become free from the sufferings. Как мне освободиться от страданий? How I can to obtain the perfect happiness. Как мне обрести совершенное счастье? And this concern is. И вот эти мысли, эта забота. Only ourselves. Относится только к нам самим. Like kind of self-concern, we say. Мы говорим, что мы заботимся and только о себе, then думаем is о себе. It is not big mind. Тогда это не очень большой ум. It is not a kind of profound mind. Это не глубокий ум. It is not really tolerant mind. Это не терпеливый ум. Like a kind of okay, you say, I love myself. Мы говорим, я люблю I себя. I want to be liberated from suffering. Я хочу освободиться от страданий. I want to be obtained happiness. Я хочу обрести счастье. Of course, it is kind of to have compassion yourself. И при этом, конечно же, у нас есть сострадание к самим But себе. No need to mention. Surely you have. We have. Тут не о чем даже говорить. Конечно же, оно у нас есть. But we can seriously to look at this kind of thoughts. Но мы можем серьезно посмотреть на такого рода мысли. How much is the benefit? Какая от них польза? Of course, it is some benefit. Конечно, какая-то польза от них есть. But not big benefit. Но не такая уж большая польза. And of course, we need to concern ourselves. Конечно же, нам нужно заботиться о себе. But then it's like if we really want to concern ourselves. Но если мы хотим по-настоящему о себе позаботиться. To do something very profound, big things. Нам нужно сделать что-то большое, что-то серьезное, глубокое. And then we need to concern it to others. И тогда нам необходимо думать о других. We can take an example. Например. In the our the human society. В нашем человеческом обществе. You know,
For example, if life is become successful, например, если в жизни мы успешны, maybe a little bit too concerned to the others, то мы можем немножечко подумать о других. Even if we artificially, pretendedly, даже если мы будем делать что-то искусственно, притворно, we need to concern to the others. Но даже таким искусственным образом нужно заботиться о других. Of course, inside we concern benefit ourselves. Конечно, self. Внутри мы будем думать на самом деле о своей пользе. Also to act. И действовать. Benefit self. Для собственного блага. Then we have this word, you know, selfish. Тогда нас будут называть эгоистом. And selfish persons never kind of succeed. А эгоистичному человеку очень сложно добиться успеха. And selfish person, эгоист, all the time is the worst kind of human beings. Это худший среди людей. You know, in the, even the, in the families. Даже в семье. And we should, you know, artificially or pretendedly to act concerning all your families. Нам нужно хотя бы искусственным образом стараться заботиться о всей своей семье, думать о них. If we become very much selfish, если мы очень эгоистичны, surely even the, our families become the enemy. То точно даже наши родные станут you нашими know, врагами. Our families become fed up to us. Потому что мы просто надоедим своим родным. Therefore, if we want to do something benefit, поэтому если мы хотим сделать что-то полезное, we should to concern to the others. Нам нужно думать о других. And even the, of course, in the Buddha's teachings perspective. И, конечно же, с точки зрения учения Будды. If we concern to the others. Если мы думаем о других. Then it's the best virtue. То говорится, что это лучшая заслуга. Best accumulations. Лучшее накопление, лучший добродетель. And best positives. Это самое лучшее благо. And it's at the beginning. И вначале Buddha said, maybe artificial. Будда говорит, что, может быть, мы ведем себя you немножечко искусственно. Стараемся заботиться your, о других with your loving kindness. С любящей добротой. To say, okay, I'm meditating loving kindness. Мы говорим, я медитирую о любящей доброте. Concerning other sentient beings. Я думаю о других живых существах. But may we have feeling. Но у нас может быть такое чувство. I don't know who are those. Я не знаю, кто они такие. Those are not my family. Они мне не родня. Those are I never met. Я их никогда Why не встречал. I need to concern them? Почему я должен на них думать и just беспокоиться? Stupid. Это же глупо. Just concerning myself. Я буду думать о себе самом. But it's a normal feeling like we have like this. И вот это наше обычное нормальное ощущение. But this is like a little more narrow mind. Но это немножечко узкий ум. Of course we can to have that. Конечно же у нас может быть такое. But then this mind is very much closed. Но этот ум очень закрыт. No tolerant. В нем нет терпимости. Not access. Он не умеет принимать. That means it's like a tolerant. И терпимость. Then mind has become more large. Это значит, что наш ум становится более Very большим. Very much kind of, how do you say, conservative? I don't know. Like kind of concerned to the largely. То есть он мыслит более широко. Then it's through the loving kindness. И с помощью любящей доброты. When you concern the limitless sentient beings. Когда мы думаем о бесчисленных живых Your существах, mind immediately becomes profound, наш ум тут же становится очень глубоким, large, очень обширным. And also it is like kind of big mind, I would say. Это большой ум, я бы так сказал. Then we come to say it's the Mahamudra mind, Dzogchenpa mind, like the middle way mind. Тогда мы можем сказать, что это ум Махамудры или ум Дзогчена или срединного пути. And at the beginning, в начале, of course, artificially, конечно, все это искусственно, as much as we can to generate, и мы стараемся изо всех сил зарождать in our mind, в своем уме, the great loving kindness, великую любящую доброту,
artificially. Мы делаем это искусственно. I mean, this is my own experience. То есть это мой собственный опыт. I'm a kind of Buddhist follower. Я вроде бы как буддист. I'm saying to all the sentient beings. Я все время читаю молитву о всех живых существах. But of course, reality concerns myself. Ну, конечно, на самом-то деле я думаю о себе. How I can become the cuckoo happiness? Как бы мне скорее стать счастливым? And then it's like there is error. И это ошибка. There is obstacles. Это препятствие. Inside to very much concern itself. Внутри я очень сильно забочусь о себе. Then inner experience. И тогда внутренние переживания. Inner the sunshine of the pristine wisdoms. И внутренний солнечный свет чистой мудрости. The very slowly, you know, возникает very slowly. Очень и очень медленно. But I heard many teachings. Но я слышал множество учений. At the beginning, it's a little bit your when you generate loving kindness, it's like artificial. И говорится, что в начале, когда мы стараемся зарождать любящую доброту, все это несколько искусственно. But this artificial, you should to generate as much as you can. Но нам нужно стараться вот так искусственно зарождать ее, насколько в наших силах. And slowly, slowly. И постепенно, постепенно. The artificial is become the real. Вот эта искусственная любящая доброта станет настоящей. And then this artificial. И эта искусственность станет неискусственной. And it can, it make really can bring a lot of benefit. И тогда это принесет действительно огромную пользу. Some negative things. Какие-то неблагие вещи. And we have profoundly into the our mind. Они могут быть очень глубоко в нашем уме. Once we have expression in mind, negative things. И если наш ум проявляется как что-то there's неблагое. Immediately actions. Мы сразу же действуем. And immediately become very large, profound. И это становится сразу очень большим, глубоким. Of course, this is we call the negative. И все это мы называем плохим, make неблагим. More confused. Это приводит к еще большей запутанности. Like a kind of entertainment. Это как развлечение. Or pleasures. Как удовольствие. You know, some pleasures. Некоторые удовольствия. Looks like happiness. Кажутся нам счастьем. But the ending is maybe more suffering. Но в конце они могут привести к еще большим страданиям. And like this negative expression of the mind. И вот также неблагие выражения нашего ума. We have such tendencies. У нас есть такие склонности. And also arrive into the our mind. Они возникают в нашем уме. Also we do not need developed. Не нужно их развивать. But we need antidote for that. Нам необходимо от них противоядие. And also in the many Buddhist teachings say. И во многих буддийских учениях говорится. Any kind of negative mind arise. Что когда возникает какое-то неблагое проявление ума. Truly look at itself. Нужно по-настоящему на него взглянуть. Also they say it. И также говорится. At the beginning when we look at this. Что когда мы вначале на это смотрим. Very much artificial. Все это очень искусственно. You know, it's when we look at the negative mind. Когда мы смотрим на неблагое. I mean, when we have such strong desire attachment. Например, когда у нас очень сильная привязанность и желание. Such is aversion. Или сильное отвращение. Or ignorant, jealous, proud, so on. Или неведение, зависть, гордость и так далее. It's very strong. Они очень сильны. At that times. Тогда. To apply. To really to look at this negative mind. Нам нужно по-настоящему взглянуть на этот неблагой ум. Artificially. Искусственно. You know, artificially. Искусственно. To look kind of like, of course, difficult to look at itself. Конечно, сложно взглянуть на саму. Is any kind of negative feeling, positive feelings? Когда возникает какое-то благое или неблагое чувство? And this feeling is where it is very difficult, you know. То я просто это ощущаю, но сложно сказать, где это чувство. Sometimes this feeling is in the brain.
Может быть, это ощущение в мозгу. Или, может быть, оно в сердце. Some of these feelings maybe in the nose. Может быть, это в носу. Sometimes these feelings in the stomach. А может быть, в животе. Or some feelings this comes from maybe different limb or different organs. Или, может быть, в руках, ногах, в разных органах. Very difficult to where it comes from. Сложно понять, откуда берется это But чувство. Anyway, these feelings arise in this body. Но тем не менее, это чувство возникает в этом теле. Very strong. И оно очень сильное. Like it is a kind of sickness. Это как болезнь. And that times. И тогда. The experiencer of this feeling. Тот, кто переживает это чувство. To look at itself. Он должен взглянуть сам на себя. Artificially. Искусственно. To say you make joke yourself. Нужно подшутить над собой. Now I'm very much have disattachment. Сейчас я испытываю очень сильное желание привязанности. Or not looking outside handsome or beauty. И нужно смотреть не на внешнее и красивое белье. To inner this feeling. А взглянуть на свое внутреннее ощущение. This is the best to really to practice. Это действительно лучшая практика. They said, okay. Так говорят. It is not I'm saying. Это не я говорю. I can't do that. У меня не получается. But the teaching says that. Но в учениях так говорится. And then sometimes disattachment. И тогда порой желание привязанности. Itself become very funny. С ним происходит что-то смешное. Then disattachment is not disattachment. Это желание привязанности уже не желание привязанности. Disattachment is become the really pristine wisdom. А превращается в чистую мудрость. Pristine, which is the like great wisdom. Это чистая великая мудрость. Because this strong feeling of the disattachment. Потому что это сильное чувство привязанности, желания. It's kind of beating to the mind. Как будто бы бьет ум. It is really to the, like kind of hitting to the mind. Действительно ударяет в ум. In order to shine out the loving kind mind. И благодаря этому начинает сиять ум любящей доброты. And then is this negative mind of the desire attachment is not really desire attachment. И тогда этот неблагой ум привязанности и желания на самом деле уже не привязанность, не желание. И тоже с остальными. And also is the anger or so on. С гневом и так далее. True that to really artificially if we want to look at the mind. Переживая их, мы сначала искусственно смотрим на свой ум. In the Buddhist perspective, и с буддийской точки зрения, to look at the mind, мы смотрим на ум. It is very, very important. I think so. Смотреть на свой ум – это очень-очень важно. And all я так the думаю. Buddha's teaching says, во всех учениях Будды говорится, as at the beginning I told him, как я говорил вначале, the root, ground of the, all the phenomena of the samsara nirvana, it is our own mind. Говорится, что корень и основа всех явлений сансары и нирваны – это наш собственный ум. And our own mind is liberated. Если освобожден наш собственный ум. And then our atmosphere, everything is liberated. Тогда вся атмосфера, все вокруг нас maybe тоже освобождается. That is a little maybe too high to say that. Может быть, это слишком высокие слова. For example, maybe think. Мы можем думать. One person's mind is liberated. Если освобождается ум одного человека. To everything is liberated. То что, освобождается все остальное? In this case. В этом случае Buddha's mind is liberated. Ум Будды уже but освобожден. I'm not liberated. А я все еще не освободился. And this can, this you know, make liberated everything means. И что значит освобождается все? Your individual. Это касается нас самих. For example, like your individual, you have appearances. Например, у нас есть собственные внешние проявления. And that during the day your appearances, есть or night dream your appearances. Те проявления, которые мы видим днем, и те, которые мы видим your ночью. Your appearances is your appearances. Ваше проявление – это ваше проявление. Your mind is liberated. Your appearances are liberated. Если освободился ваш ум, то освободились и ваши проявления. Because your own individual appearances is the your own individual appearances. Потому что это ваши собственные личные проявления. This is not others' appearances. Это не проявления других I mean, существ. This like this, you need to research, okay? Вам нужно это изучить. But anyway,
It's to look at the mind. Но в любом случае мы смотрим в свой ум. In order to find the loving kind of mind. Для того, чтобы обнаружить ум любящей доброты. So we should to look at the mind. Нам нужно смотреть в свой ум. And also, you know, in the Buddha's teachings. И также в учении Будды. The essential mind. Говорится про сущность ума. It is our own potential of the. Sometimes we call the Buddha nature. Это наш потенциал, который иногда называется природой Будды. Sometimes nature of the mind. Иногда называется природой ума. That is the maybe loving kindness. И это может быть и есть любящая доброта. It comes from our own mind stream. Это возникает в потоке нашего собственного ума. If we want to have loving kind mind. Если мы хотим, чтобы у нас был ум любящей доброты. We can't be searching outside. То нельзя искать его где-то снаружи. We need to search into our mind stream. Нужно искать его в потоке своего ума. Therefore. Поэтому. I mean, it's like to talk to many things is not very good. Не очень хорошо много говорить. For our family suggestions. Но у нас тут как семья. To very urgently, quickly. И поэтому нужно очень быстро, срочно. And to something to find the pit instructions. Найти сущностные наставления. In order to essential mind of the loving kindness. Касающиеся сущности ума любящей доброты. Very important for us. Для нас это очень важно. For example, my perspective. Например, с моей точки зрения. If I can't realize that my essential mind of the loving kindness. Если я не смогу реализовать сущность своего ума, любящую доброту. Who can to liberate me from the sufferings? То кто тогда освободит меня от страданий? I don't know. Я не знаю. Okay, I'm a follower of the Buddha. Я последователь Будды. But Buddha's, if I follow the, listen to his advice. Если я следую за ним и слушаю его наставления. Exactly says I can try to use his methods. То в них говорится, что нужно попытаться использовать его метод. I don't believe the Buddha's coming into the mind. He work into the my mind and to transform into the enlightenment. I don't think so. И я не думаю, что Будда может прийти в мой ум, поработать там, трансформировать его и сделать его просветленным. But his pit instructions. Но его сущностные наставления. Very much works. Они действительно работают. Like the same as the drive lesson. Это как уроки вождения. Before you can't drive. До этого мы не умели водить машину. And you know, it's like someone's drive. Если кто-то умеет водить машину, то это здорово. Как они это делают? But some driver says, "Don't worry, I'm coming into your mind." Then you will automatically become perfect driver. Then I don't believe. It's never happened. Если кто-то из тех, кто умеет водить машину, говорит, что я залезу в твой ум и таким образом ты тоже сможешь водить машину, то я не верю, что это сработает. Так не бывает. This person, how to drive, to teach 2 hours, give pit instructions how to drive. Однако этот человек может научить нас, он может дать нам сущностные наставления по вождению. Then it works. И это сработает. And then this instruction guideline. И вот эти инструкции, обучение действительно попадут в наш and ум. Mind can have knowledge. И тогда у нашего ума будет знание. Mind acknowledge what this driver, perfect driver says. Мы будем знать то, что нам объяснил этот умелый водитель. And then we can to become the perfect ourselves driver. И мы сами станем отличным водителем. Like the same way. Вот точно так же. If we want to do some benefit ourselves. Если мы хотим сделать что-то для собственного блага. And we should to study the Buddha's suggestions. То нам нужно изучить то, что нам предложил Будда. In order to find ourselves. Для того, чтобы обнаружить самих себя. I think it's a little bit this time, you know, right time. И время. And sometimes. Иногда. I feel strange things. У меня появляется такое странное чувство. I will be in the born in these families. Я родился в этой семье. Probably many years. Много лет назад. In Russian families. В русской семье. Life is very fast. Жизнь прошла очень быстро. Time is like flying. Время летит. Every month, every years. Каждый месяц, каждый год. It's something going on. Все время что-то происходит. Without going, nothing but there is going on.
Вроде как бы ничего не движется, но в то же время всё движется, всё происходит. И нет никакой точки назначения. Но мы куда-то идем. Maybe it's reality. There's not the shadow of the death existence. И может быть на самом деле тень смерти не существует. But shadow of the death is more near and nearer. Но тень смерти все ближе и ближе. Suddenly something happened. И вдруг что-то происходит. Who came to help? И кто нам поможет в этот момент? Not by your boyfriend. Не наш Not your girlfriend. Not наши the families. Не наши родственники. At that time we haven't got any strength, my, our mind. Если в этот момент в нашем уме нет никакой силы, maybe not by the Buddha and the gods. То, может быть, ни Будда, ни боги не смогут нам помочь. At that moment we say, it's like, who can to help? И кто же нам поможет в этот момент? Reality helper is the pithy instructions. На самом деле нам помогут сущностные наставления. Knowledge. Наши знания. Realization. Наша реализация. And two qualities. Наши качества. And to quickly, urgently. Поэтому нужно быстро, срочно. And when we listen to the what Buddha he begins. Когда мы слушаем то, что говорит Будда. He became 32 years old. Когда Будде исполнилось 32 года. He said, "It doesn't matter, Father. I need to find something methods." Он сказал своему отцу: "Я должен найти методы." In order to get some strength into my mind, чтобы to make the liberate from those sufferings. Силу в уме, чтобы освободиться от страданий. Urgently, quickly, I need. И мне это нужно быстро, срочно. And it's a truth. Это правда. If we love ourselves. Если мы любим себя, if we're taking care of ourselves, если мы заботимся о себе, for example, it doesn't matter if you're a Buddhist. Неважно, может быть, вы буддист. How you come to listen to the Buddha's teachings? Как вы слушаете учение Будды? How you bring into your mind Buddha's teachings? Как вы привносите в свой ум учение Будды? How you come to connect to the Buddha's teaching or Buddhas? Какова ваша связь с учением Будды? To be serious to research. Нам нужно отнестись серьезно и изучить это. Like kind of Christianity or others, христиане или believer of the gods. Может быть, мы верим в Бога? Doesn't matter. But how you can to work with God? Это не важно. Нам нужно знать, как нам работать how с Богом. How is God help to you? How you connect to the God? Как Бог может нам помочь? Как Which нам is the consequence? Обрести связь. How you can to get the strength in your mind? Какие от этого последствия и как нам зародить силу в уме? I think we need something concrete in our mind. Я думаю, что нам в уме нужно что-то такое we конкретное. We just talking about loving kindness. Мы можем просто говорить о любящей братьям. Love, о любви. Romantic love. И о романтической любви. Just concerning entertainment и думать только and о развлечениях, pleasures, об удовольствиях. Say I love you. Можем говорить я люблю I think тебя. It's a big cheater. Я думаю это большой обман. Big deceptive. Это очень обманчиво. Suddenly something occurring, you know, is unbearable some occur in our life. Потому что вдруг в нашей жизни может произойти что-то невыносимое. And that time is и в этот момент to call in Buddha as a God. Мы будем взывать к Будде, к богам, к Богу. Doesn't much help. I'm sorry to say. Но, к сожалению, должен сказать, что это не поможет. And if you want to loving kindness, если вы хотите обрести любящую доброту, should the essential mind. То нужно посмотреть на this сущность ума. This should be the simplicity. Your really is a mind. Это должна быть простота нашего собственного We want ума. To get that. Это мы хотим обрести. To be serious ourselves. И нам нужно быть серьезными. To be the precise ourselves. Нам самим нужно быть очень точными. To research quickly. И как можно скорее это изучить. Worldly concerning things. Мирские заботы. Of course, it is the fame, it is the fun, it is nice. Конечно, это может быть здорово, весело. To become kind of famous. Прославиться. Contaminate famous. Но это загрязненное. Kind of become the rich. Или разбогатеть. Very much contaminated. Это загрязненное богатство. And to become the like kind of something contaminate worldly things. Мы можем обрести какие-то загрязненные мирские the достижения. It's not much benefit. Но в конце концов все это будет не очень полезно. If we love ourselves. Если мы любим сами себя. Very important to research the essential mind of the loving kindness. То очень важно изучить этот сущностный ум любящей There's доброты. No teaching. There's no teaching.
это не учение. It's kind of suggestions, compromise. Это просто мое предложение. Because I'm your part of the family. Потому что я часть вашей семьи. This ugly boy. Этот некрасивый парень. Reborn in your families. Переродился в вашей семье. I'm ugly, terrible boy, but you cannot reject. Я совершенно ужасный, но вы не можете меня отталкивать. If you today kick out tomorrow, it's I'm knocking your door. Потому что если вы меня даже выгоните, то back. Завтра я снова постучусь к вам I'm в дверь и скажу, я вернусь, я ваша семья. I never teach to you. Я никогда не даю вам Because учений. You are more noble than me. Потому что вы знаете больше меня. You are more important than me. Вы более важный, чем but я. Compromise, why not? Но мы можем что-то обсуждать. You know, if you have five families, если у нас есть пять if you have problem money, if you have problem food, if you have problem cloth, если у нас проблемы с едой, одеждой, питанием, and to compromise, то мы можем everybody put effort. Пойти все на компромисс и все можем прилагать усилия. Harmonily. В гармонии. To put effort, everybody's. Если все будут гармонично стараться, то тогда вся семья автоматически станет счастливой. И мы не будем страдать от голода, от жажды. And like this, вот так. I'm ugly, your family, и поэтому я такой некрасивый and give член вашей very семьи. Strange suggestions, и я даю вам какие-то очень странные предложения. And talking very strange, говорю о каких-то странных вещах. I'm very sorry. Я прошу прощения. I want you a good night. И спокойной вам ночи. It's time is over. Потому что наше время вышло. See you soon. До скорых встреч. Пока. До свидания. Good night. Good night. Good night. Yes.